Несмотря на экономические трудности, российские туристы по-прежнему предпочитают проводить новогодние праздники вне дома. И если раньше их все больше тянуло на чужбину, то в последние пару лет после глобального ослабления рубля отечественные путешественники предпочитают осваивать родные просторы. Как это монетизировать, далее видео. Большая часть населения все-таки остаются дома, и чтобы скоротать свой досуг в праздники, многие предпочитают подвигаться на свежем воздухе. Катание с горок на санках, ледянках и тюбингах, лыжи, коньки и более экзотические виды зимнего спорта – это все повод заработать неплохие деньги за новогодние каникулы. Дело в том, что не каждый может позволить себе приобрести такой спортивный инвентарь. Тем более, что большинство катается несколько раз в сезон. А если в семье катаются муж, жена, ребенок, то покупать 3 комплекта снаряжения становится накладным мероприятием для семейного бюджета. Лучшим вариантом является взять требуемое снаряжение в аренду. Следовательно, организация проката лыж и другого оборудования является перспективным бизнес-начинанием. Чтобы занять свою нишу, необходимо придумать что-то особенное. Хорошим вариантом будет организация мобильного проката лыж. То есть не просто сдача в аренду, а доставка до клиента необходимого спортивного оборудования. Итак, план. Этап первый. Необходимо найти, что будем сдавать в аренду. Если вы планируете всерьез, надолго и есть деньги, то нужно брать самые практичные варианты. Если денег нема, то можно договориться, у кого уже снаряжение имеется. Этап второй. Далее нам нужны клиенты. Для этого проще всего использовать социальные сети, сделав рекламу на целевую аудиторию и посты в городские паблики с отличным оффером. Этап третий. Сама суть идеи заключается даже не заработать с первого раза, а во-первых, удовлетворить потребности клиента, взять от него контакты, телефон и e-mail, по возможности допродать ему либо те лыжи, на которых он уже катался, экипировку или что-то недорогое, к примеру, тюбинг или солнцезащитные очки. Этап четвертый. Сделать клиента постоянным и лояльным. После первой поездки необходимо уточнить, когда он поедет в следующий раз, сразу его записать или продать абонемент на 2 или 4 недели. Этап пятый. И имея собственно базу клиентов, можно строить рассылку писем, которая будет их подогревать, периодически предлагая что-то купить со скидкой. А к лету, возможно, кто-то захочет покататься на велосипедах или роликах. Если вы не знаете, как настроить поток заявок, то под видео есть ссылка с бесплатным чек-листом, как протестировать нишу. Просто скачайте и сделайте тест. Подписывайтесь на канал и делайте репосты, если видео было полезным. До новых встреч!